требовать документы вот у людей, вот, когда ну, при входе? Нет. Как долго еще будет такое требование о том, что в маршрутках могут ездить только вакцинированные? Все ограничения, которые принимаются комиссией ТБНС, да, принимаются как на региональном уровне, так и на местном уровне, они принимаются в помаранчевой и в красной зоне. Поэтому это право комиссии принять такие решения. Пока мы в красной, и если мы будем выходить поэтапно из этой зоны, то, соответственно, до того момента, пока мы не будем в зеленой зоне, будут действовать эти ограничения.